Михайловском центре культуры прошел вокальный конкурс «Виктория-2019». Концертная программа проходила в три этапа. В начале конкурса прозвучали произведения в номинации 80-х в исполнении дуэта «Сударушки», «Старостина Александра», «Полищук» и «Пахомова Татьяны» и других исполнителей. Продолжилась программа любимыми песнями 90-х. Исполнителями стали Елена Мамаева, Алексей Донсков, Родионова Вера. Закончился вокальный конкурс исполнениями популярных песен 21 века от Селёскиной Виктории, Александра Барышникова, Ирины Бухарёвой и Киселёвой Дарьи под аккомпанемент гуслей.